Добрый день! Вы смотрите программу «Видеокарта уловистых мест России». Мы продолжаем серию передач об уникальных островах Нижней Волги. Акватория этих мест еще не до конца изучена, и многое приходится постигать на практике. В нашей сегодняшней программе речь пойдет об острове Капитанский, что находится на основном русле Волги. Гидом по рыбалке в этих местах станет известный рыболов-эксперт Вадим Подложенов. Мы достигли цели своего путешествия, это остров Капитанский, он за моей спиной. Здесь Волга расходится на два рукава, левый и правый. Левый – судоходный рукав, правый – мелководный рукав. Почему именно остров Капитанский, почему он вызывает наш интерес? Дело в том, что в акватории острова Капитанский очень и очень много интересных мест для рыбалки. Здесь можно ходить с троллингом. Причем троллингом глубоководным и ловить сома и крупного судака. Также мелководный троллинг, это вот слева от меня, целое такое блюдце мелководное, где ловится жерех, где ловится судак, причем очень и очень неплохих размеров. Левый рукав Волги – это идет череда прибрежных таких локальных ям, либо переходящие друг в друга, либо через какие-то перешейки, либо просто такое дно, достаточно твердое, где, в принципе, можно в любом месте вставать на джиг и испытывать свою рыболовную удачу. Сейчас мы пойдем по правому рукаву Волги, по мелководному участку, и постараемся половим троллингом. Причем я пойду сейчас по течению, определяя места, которые интересуют именно для троллинга. То есть меня интересует холмистая подводная местность, твердый грунт, то есть место стоянки судака. Плюс мы будем идти зигзагом, чтобы заходить на мелководные участки, чтобы попробовать выцепить еще и жереха. Так что вперед! Дно мне очень нравится здесь. Такие ярко выраженные холмы, песчаные, подводные. Однозначно здесь есть хищная рыба. Причем вот по правому берегу течение достаточно такое спокойное, где-то 1,5 километра, может быть, 1,7. А вот левый берег, соответственно, правый берег Капитанского, он более, течение более быстрое, там порядка 4-5 километров в час, и берег закоряжен, соответственно, там присутствует голавль, жерех стоит в коряжнике в этом, потому что очень быстрое течение, соответственно, эта рыба любит, когда идет такая стремнина, плюс коряжник, место для засады, то есть место очень хорошее именно в плане половить головля, либо жереха крэнками, либо какими-то еще поверхностными приманками. Двойной как бы дубль. Сразу с двух рук. Чуть не люзга у нас. Смотри, ну стая. Стая судаков. Стая судачков, и как бы они, видишь, вот одновременно идет. Потому что воблеры отпущены на одинаковое расстояние. Я обычно отпускаю на 45 метров. Вот они, одинаковые судаки. Как я уже говорил, что многие едут на остров Капитанский именно из-за разнообразия мест рыбалки. Здесь возможен и троллинг, и джиг, и отводной поводок. Ну, в принципе, все способы есть. И мелководные затоны, заливы, где можно половить щуку. И как бы вот эта вся акватория, она интересна. И ниже острова Капитанский есть такое жереховое место. Там полузатопленный такой небольшой островок, тоже с коряжником, ровно прямо посередине реки, и вот это место является жереховым. Там жерех бьет постоянно, там это можно ставить, жереха можно определить по присутствию чаек, но это, естественно, небольшого жереха, то до 2 килограмм. Крупный же жерех, но его надо искать
ниже по течению от основной стаи, где-то на расстоянии метрах 25, есть? Метров 25-30 до 50 метров от основной стаи. Ух ты! Ой! Ушел. Ушел. Ну, судак сегодня весь такой мирный. Примерно до килограмма. Выдающихся результатов нет, но, по крайней мере, рыба есть. И это еще раз хочу сказать, что сам рельеф дна, место, вот эта вот обширная плата с мелководными местами, оно способствует стоянке рыбы именно здесь. И здесь надо ловить троллингом. Либо, как я уже говорил, что на ямах можно и джиговать. В принципе, способов лова вот здесь достаточно большое количество, потому что некоторые применяют ответственное блеснение именно в коряжнике, потому что джигом, ну, реально просто устаешь его привязывать, постоянные обрывы, а ответственным блеснением плюс насаживать какой-то кусочек килечки, либо целую кильку на джиг-головку, либо на тяжелую блесну, и именно ответственным блеснением ловит в коряжнике судака. Судак, берж попадается постоянно. На острове Капитанский есть ямы, которые вы легко найдете, поднимаясь вверх по течению и ориентируясь по створным знакам. Специально для видеокарты уловистых мест России мы находимся в акватории острова Капитанский. Сейчас мы поднялись от острова Капитанский буквально на 3-4 километра вверх по течению для того, чтобы рассказать о прекрасной яме, которая здесь находится. Это локальная яма глубиной до 14 метров, которая, в принципе, небольшого размера, но чем она интересна? Она интересна тем, что на левом берегу Волги есть вытек, который питает эту яму мальком. Соответственно, весь хищник, который в окрестностях есть, он концентрируется на этой яме. Чтобы привязаться к этому месту, я дам два ориентира. Первый ориентир – это, поднимаясь от острова Капитанский на 3-4 километра, на левом берегу Волги будут стоять створные знаки, два створных белых знака. Вторым ориентиром, которым послужит с правой стороны от меня, это старое русло Волги, рукав Волги, который питает реку Инатаевка. Два ориентира, которые, в принципе, понятны. И третьим ориентиром является Белый Бакин, но Белый Бакин сейчас стоит несколько далеко, обычно он стоит чуть ближе, и, скорее всего, его переставят после весеннего половодья. Это яма, которую, в принципе, достаточно легко найти. Интересно еще и тем, что ровно посередине она разделена подводной грядой. Слева, ближе к левому берегу, это достаточно глубокий такой отрог, который затем переходит в затон. И с правой стороны, это само по себе, то есть яма, которая выходит уже на русло. Очень удобно здесь ловить как джигом, так и троллингом. При ловле джигом я обычно становлюсь на саму эту подводную гряду и облавливаю либо левую часть, либо правую часть этой ямы. Троллингом я опять же встаю на эту подводную гряду и прохожу по глубине 5-6 метров на расстояние ориентировочно 600-700 метров. Ловим постоянно, ловим здесь и осенью, ловим здесь весной, летом. Прекрасные экземпляры судака, щуки, попадается берж, попадается окунь, жерех. Жерех на отмеле, это выше по течению, в районе белого знака, там бьет постоянно жерех. Жерех хороших размеров, 3-4-5 килограмм, это постоянный, так сказать, улов, который здесь обеспечен. Ну вот, что-то такое серьезное у нас взяло на силикон. Вот она какая красавица. Ты смотри, а у нас без поводка. Давай. Подводи. Опа. Ай, красота. Ну вот.
Здесь не только судачьи места, здесь щучьи места. Хорошая щучка, причем такая 2,5. Вот она. Очень активная щука в этот период времени. Ловим джигом, но я специально не стал якориться. Мы поднялись на верхнюю точку, на самую мелководную, на 3 метра. И сейчас джигуем с помощью таким способом волочения. То есть даем возможность грузу несколько там, сантиметров 50 поволочиться по дну, поднять муть. И потом такое легкое подергивание с полоборотом катушки. Полоборот, оборот. И как бы мы сейчас постепенно, вот эта поклевка на 6 метрах, постепенно как бы сплавляемся на глубину. Ну, очень, во-первых, интересно, во-вторых, эффективный этот способ. Наряду с классическим джигом применяется такой. То есть течение, в принципе, вполне приемлемое, где-то около 2 километров в час. И вот этим способом я могу обловить достаточно обширную акваторию. Сейчас опускается на дно. Вот. И начинается такое, видите, поддергивание, такое волочение. И вот, дав небольшое время, я ее поддергиваю от дна и делаю там оборот катушки. Хороший такой удар. Пацак, пацак, пацак. Хороший такой удар. Вот он, судак. Вот он, красава. И опять прошу обратить внимание. Вот такой вот желто-зеленый силикон. Хороший такой мощный удар, хлесткий. Вроде бы сам-то себе по небольшой, а вот ударил хорошо. Расстояние около километра от острова Капитанский вверх по течению. По правому берегу Волги начинаются целый ряд ям, целая цепь ям глубинами до 20-24 метров. И только возле острова Капитанский глубина достигает 30-32 метров. Это обратное течение. То есть идет такое вот кольцевое движение воды, причем обратка идет именно вдоль берега. Берег, как вы видите, закоряжен, что тоже интересно для ловли здесь джигом. И в основном, конечно, здесь интересна джиговая рыбалка. Глубины довольно-таки серьезные. Около берега глубина примерно 12-14 метров. То есть буквально там вот, ну сколько, 15-20 метров от берега, здесь глубина 14 метров. Но джиг, конечно же, здесь вдумчивый, джиг здесь глубоководный, джиговать здесь интересно, потому что на дне также присутствуют коряги. Да, здесь очень много зацепов, но цель оправдывает средства, потому что здесь большое количество крупного судака. Причем это вот только первая яма, то есть я взял первую яму для рассмотрения, это примерно километр. Эти ямы чередуют одна другую. Сейчас мы заякоримся и постараемся поймать какую-нибудь живность. Ну вот, что-то у нас уже... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что-то у нас... Эх, ты. И вот, вы знаете, коряжник. То есть у меня произошла поклевка. Ага, вышел. У меня произошла поклевка, и рыбина зашла под корягу, о чем я как раз и говорил. То есть коряжник здесь присутствует. Так, и что у нас? Вот он какой.
Вот он какой. Опа. Но почему-то... Почему-то у нас судак какой-то мерный. Мерный судак. Но рыба здесь есть. Это факт. И вот сейчас как бы очень много коряг на дне, потому что произошло поклевка судака. Ух ты. Клюнул судак, и затем, когда я его вываживал, он зашел под какое-то там дерево, и мне было тяжело его доставать, потому что он упирался в эту корягу. Вот так. Упирался в эту корягу. Ох, а ты, какой сейчас был удар по воде. Место очень перспективное, место очень интересное. Естественно, что оно требует такой вдумчивой отработки. То есть здесь сюда лучше приехать где-то либо ранним утром, либо уже на закате солнца, и так вот вдумчиво отработать участки данной акватории, данной ямы. Потому что здесь нередки поимки, случаи поимки судака и на 7 килограмм бывает здесь судак. Ну, по крайней мере, это то, что конкретно ловилось мной здесь, на этой яме. Еще одно очень интересное место в акватории острова Капитанский – это затон, который находится по правому берегу реки Волга. Это буквально метров 800 до острова Капитанский. И вот, вы видите обширный затон. Это однозначно щучье место, где очень и очень много щуки. Единственное, что на моем тяжелом катере, конечно, будет тяжело по нему перемещаться, но я сейчас постараюсь зайти в него, насколько это возможно, и попробовать что-то поймать. Но вот здесь очень много щуки. Когда большая вода, сюда заходит вся рыба. Здесь нерестится щука, здесь она постоянно находится, здесь она растет. Это такой вот детинец для щуки. Причем, когда вода спадает, сюда попасть проблематично именно на каких-то таких больших катерах. Но если это легкая лодочка, сюда зайти и либо побродить по берегу – это одно удовольствие. Щуки здесь очень много, и естественно, что здесь можно ловить на поверхностные воблеры, на попперы, на блесну, на вертушки. То есть все, что, на что как бы мелководные такие вот снасти здесь применимы. Попробую сейчас зайти и что-то половить. Ну вот, благодаря тому, что все-таки вода еще высокая, мы зашли в сам затон, и глубина, я смотрю, позволяет нам здесь вот поперемещаться немножечко, поискать эту зубастую хищницу. И... конечно, сейчас мы будем использовать поверхностные воблеры, может быть, какие-то вертушечки, блесна. Попробуем как бы половить в этом идеальном месте. Ну, конечно, просто шикарный затон, огромное пространство воды. Показывает он рыбу, эхолот. Сейчас что-нибудь будем искать. Пауза. Обалденно. Ай-яй-яй. Вот. Затон в действии. Вот она какая. Опа. Килограмма 2 есть. Вот это вот затон, который метров на 600
700 выше Капитанского острова. Зато он очень перспективный. Я вот смотрю, время достаточно уже много, а до сих пор гуляет рыба, бьет рыба. Ладно, гуляй. Опа. Еще одно место, которое я хочу рассказать и показать вам возле острова Капитанский, это как раз вот это шикарный просто вытек, и можно назвать его даже ручьем или маленькой речушкой, которая находится напротив острова Капитанский, около его начала. Вот этот ручей, либо вытек, потому что все-таки, скорее всего, вытек, потому что пересыхает, поэтому я могу назвать его вытеком. Этот ручей, который собирает в себя рыбу и малька с полоев, и затем выносит ее, эту рыбу, в русло Волги, является местом, где постоянно присутствует хищник. Потому что хищник всегда находится рядом с своей кормовой базой. И найти его очень просто, да его и не пропустишь. Если это левый берег Волги, левого рукава Волги, остров Капитанский, буквально самое начало острова Капитанский. Вот этот вытек я всем рекомендую исследовать в плане рыбалки. Здесь поджиговать одно удовольствие, можно половить на отводной поводок. Рекомендации какие? Можно встать, да в принципе в любом месте можно встать, и как бы рыба себя сразу же обнаружит. Плюс, рекомендация следующая, что метрах в 100-150 от этого вытека начинается зона такого, такая небольшой закоряженный участок местности, именно береговая зона. Вот рекомендую также поджиговать возле этих вот коряжек. Ну, еще раз говорю, это примерно 150 метров ниже данного вытека. Зона интересная, там постоянно ловится в любое время года, ловится судак. Поэтому джиг здесь как бы уместен. Мы продолжаем наше исследование акватории близ острова Капитанский. Левый берег на несколько километров выше и несколько километров ниже острова Капитанский, он представляет себе примерно вот такой вот пейзаж. То есть коряжник, более-менее обрывистый берег и, соответственно, глубины. Причем глубина идет прям непосредственно сразу от берега. Вот в этом месте неплохо ловятся, в принципе, все виды рыб. Если в коряжнике мы можем поискать и судака, и жереха, то вот на таком участке местности вполне может быть и щука, и окунь, также судак. То есть, в принципе, вся рыба здесь присутствует. Поэтому, как бы, мой выбор... Это место нельзя оставить без внимания и попробовать что-то здесь поймать, половить. Не обязательно привязываться вот к этой точке. Можно, еще раз хочу сказать, несколько километров выше по течению, несколько километров ниже по течению. Это примерно одни и те же места с прекрасными местами для ловли джигом. Причем на джиг вы сможете поймать здесь не только судака или щуку, но и хорошего пузатого окуня, если вам повезет. Ах ты, зараза! Ах ты какой! Ах ты какой красавец-то у нас! Опа-па-па-па-па! Ах ты какой красавец! И посмотрите на него, а! Ах, какие, блин! Вот он какой! Я считаю, что очень большое счастье половить вот таких окуней. Как бы у нас нет судака крупного, но окунь, я считаю, что однозначно компенсирует. Потому что по тому, как он сражается, по тому, как он реагирует на приманку, как он бьет эту приманку. Это, конечно, даже вот в каких-то там 800 грамм, но это боец.
мы завершаем нашу поездку на остров Капитанский. Показав вам ориентиры, ждем от вас фотографий трофеев и едем исследовать новые перспективные точки. Видеокарта уловистых мест России. До встречи!